Только голосами. Милосердие Твое с нами навсегда, не иссякнет доброта сегодня на века, на все века. Уповай на Тебя. Ты благ, Ты благ, Ты благ, милосердие Твое с нами навсегда, не иссякнет доброта сегодня на века. На все века уповаем на Тебя. Ты благ, Ты благ, Ты благ, милосердие Твое с нами навсегда. Не иссякнет доброта сегодня на века. На все века уповаем на Тебя. Ты благ, Ты благ, Ты благ, Thank you.
тобою с нами навсегда. Не иссякнет доброта сегодня на века, на все века уповаем на тебя. Thank you.
слышать, что ты говоришь об Израиле, Аба, открывай наши уши, открывай наши глаза, Господь. Боже, мы просим, и чтобы наши уста стояли в проломе за Израиль. Мы молим сейчас за Эрес Израиль в это время, когда они атакованы с разных сторон. Когда народы поднимаются против твоего народа, замышляют зло, Господь, но ты, Боже, защитишь твой народ по обещанию, обетованию твоему, которое ты дал отцам нашим. И мы знаем, что твой народ, хай Израиль, хай, жив твой народ Израиля, жив твой народ, Господь, и он будет жить. Сказал это, и ты обещал это, мы просим тебя, чтобы в этом прорыве, который в Израиле, чтобы он был, Господь, духовным прорывом для покаяния, Боже. Все общины, которые там есть, мессианские общины, есть верующие евреи, которые не ходят в мессианские общины, но они знают тебя, Господь, они знают, Господь, части, Господь, они твоей церкви, чтобы это объединение, Господь, оно было ходатайственным движением в Эрец Израиль. Мы также молим за тех христиан, которые арабского происхождения, чтобы они присоединялись к этому движению ходатайства за Эрец Израиль, чтобы там, на земле Израиля, мы могли слышать Бахуха Баба Шемодонай, чтобы там мы услышали молитвы народа твоего, который будет взывать к тебе. Приди, Господь, гряди, Боже, мы нуждаемся в тебе, мы нуждаемся в защите, мы просим мир Иерусалиму, мы просим, Господь, твою милость за него, чтобы, Господь, этот город был центром, Господь, всей вселенной, потому что туда обращены твои очи. Боже, мы знаем, что этот камень каждый хочет поднять, каждый хочет его передвинуть, Боже, но не могут народы, потому что ты основал свое основание в этом городе, Боже, в городе Давида. Ты сказал, что этот город будет нести твое имя, город мира, Боже, пускай это так и будет. На том месте, Боже, будет приносить молитвы, благодарение, славы, хвалы, Боже, соединяй свой народ милостью, благостью, чтобы мы здесь, будучи, Господь, в диаспоре, в Гелуте, Боже, как в рассеянии, могли соединиться в эту живую цепь ходатайства за народа Твоего. О народе Твоем мы молим, Боже, дай им спасение, открывай глаза, и наши глаза открывай, и наши уши открывай, и наши, Господь, уста открывай. Открывай благовестию твоему народу. Боже, пускай упадет всякое бремя, которое препятствует нам двигаться вперед во имя Иешуа. Аллилуйя! О, о, Вашем! Аллилуйя, Господь! Открывай наши уши, наши глаза и наши уста, Боже, чтобы они были чисты, святы, Боже, благословляющие, мы молим Тебя об этом, как нам это необходимо в это время. О, Хашем Алорину, Хашем Атану, О, Хашем Алорину, Хахама Нагила Хава, Нагила Хава, Нагила Нагила, 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 Нагила,
Я похоже, что нужно убираться из